Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Хаос. Ну, давайте охотник тень. Вот глава вот этого собирательства было. А сейчас у нас охота тень. Охотник тень. Блин, собирательство такое, блин. Особенно продержись вот это, блин, туда-сюда мотылять этого героя. Кто посмел осквернить эту древнюю землю? Кого не страшит гнев Кинариуса и ночных эльфов? Лес ожил и напал на нас! Пусть начнется битва! Так. Кого убить? Задание еще не получено. Приказывай. Кого убить? На наш город напали. Вам не одолеть меня. Я сердце этой земли. А, все, вспомнил, что надо. Атакуют. На наш город напали. Так, этот-то мне не спасти. Их слишком много. Нужно отступить на другой берег. Каловать? Да. Да. Сделаю. Вот. Угу. Да. Хорошо. Готов каловать. Проклятые отродья демонов! Это-то вас все... всех ждет смерть. Все погибнут здесь. Готов! На наш город напали. Скалывать. Ты где у нас? Да. Чего хочешь? Угу. Сделаю. Хм. Чего хочешь? С удовольствием. Угу. Так, нам, конечно, не выстоять. Да-да. Вспомнил, нам какую-то хрень надо точно было сделать. Че надо, хозяин? Так, так, так. Хорошо. Это, конечно, не очень интересная такая. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, миссия... На наш город нас атакуют. Вождь. И мне жить. Я сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. На наш город достигнул. Блин. Сделаю. Да, нам надо отступить. Нас атакуют. Вот, по-моему, вот здесь вот нам надо отступить, да. И здесь у нас будет битва. Так, тут у нас что? На наш город напали. Нас атакуют. Да, тут нам не выстоять было бы. Исследование завершено. Кого не одолеть меня? Я сердце этой земли. Чего хочешь? Готов вкалывать. Так. Сделаю. Да. На наш город напали. Хорошо. Блин, даже не готов помню толком-то. Вкалывать. Честно скажу, вообще не помню. Так. Готов скалывать. И
Исследование завершено. Вот они все когда разбомбили, сейчас они там будут строиться и потихонечку на нас нападать. Это мы помним. Ну такая миссия не ахти, конечно. О, по вратам опять бегать, выискивать их. Ну сейчас суть покажу. Блин, у меня времени мало. Воины мои, очистите лес от этих тварей. Я прикрою вас из-за деревьев. Да мы знаем, что ты прикроешь. Куда ты денешься-то нахрен? Готов, скоро. Исследование завершено. А чё вас так много-то сразу? Вы охренели, что ли? Будет отмщён. Готов, браво! Нас атакуют, город напали. Дело сделано, хозяин. Угу. Да-да, чё надо, хозяин? Хорошо. Чего хочешь? Следование завершено. Сделаю. Угу. Зул'джин будет отмщён. Нас атакуют, напали. С удовольствием. Да пипец вы. Кого убить? На. Куда пойдем? Сам виноват. Скоро напали. Зул'джин будет отмщен. Нас атакуют. Че надо, хозяин? Хорошо. Что прикажете? Прольется кровь. Зул'джин будет отмщен. Сделаю. Наконец-то. Да. Так. Нас атакуют. Чего? Исследование завершено. Кого убить? Охренеть, блин. Куда пойдем? Жизнь принадлежит Орде. Кого? Чего хочешь? Да-да. Готов, крал. Твою мать. Нас атакуют. Да. С удовольствием. Да? На наш город напали. Готов, крал. Вот так. Моя жизнь принадлежит Орде. Чего? Да убейте в эту гадину! Польется кровь. Чего ты хочешь? Волчья трава ждет. Зул'джин будет отмщен. Чего прикажешь? Нас атакуют. Готов, крал. Табу. Что нужно? Я же сказал, поймай его. Вождь. Хреначьте. Угу. Да. Готов. Волчья трава ждет. Зул'джин будет отмщен. Хорошо. Чего хочешь? Сделаю. Задира, я чувствую силы тьмы, исходящие из лесной чащи. Может быть, нам удастся с их помощью уничтожить Кинариуса. Да-да. Зул'джин будет отмщен. Эй! Хозяин? Волчья трава ждет. Что нужно? Мне вот катапульты нужны. Это я точно помню. Кого убить? Угу. Сделаю. Не, вроде в прошлый раз не так это осаждалось-то все это. Сделаю. Да. Да, дело сделано.
Чего дело хочешь? Сделано. Исследование сделано. Завершено. Сделаю. Угу. Да-да. Дело сделано. Так. Знахарем. Знахарем не надо. Чего хочешь? Хорошо. Да-да. Ой-ой-ой. Да, вот они и развиваются, дело кстати. Сделано. И хрен вы их победите, потому что они непобедимы. Поэтому только в обороне играть. Дело сделано. Исследование завершено. Что надо, хозяин? Сделаю. Чего хочешь? Хорошо. Да. Чего да-да. Я хочу? Вождь. Дело сделано. Наконец-то. Дело сделано. Исследование завершено. Дело сделано. Сделаю. Что надо, хозяин? Да-да. Чего хочешь? Нас атакуют. Да где? Кого убить? Не успел еще никуда уйти нахрен. Дело еще не надо, хозяин. Так. Сделаю. Угу. Да-да. Дело сделано. Знахаря называли. Хозяин. С удовольствием. Дело сделано. Угу. Пойдем сюда, будешь делать. Да-да. Дело сделано. Эх. Мне еще троих надо. Чего хочешь? Сделаю. Знахаря вызывали? Готов скалывать. Да. Давай-ка вот здесь вот восстанавливайте-ка. Золотой рудник. Делай, чего сделано. Хочешь. Готов скалывать. Исследование скалывать. Завершено. С удовольствием. Дело сделано. Угу. Сделаю. Дело сделано. Да. На наш город нахаря вызывали. С удовольствием. Готов скрал. Сделаю. Вперед. На, поймали. Не проблема. Ерунда. Дело сделано. Вот так. Дело сделано. Да. Угу. Хорошо. Чего хочешь? Сделаю. Да. С удовольствием. Дело хочешь? Хорошо. Угу. Дело сделано. Сделаю. Где что он надо, у нас еще хозяин? Остался? Дело сделано. Хорошо. Чего хочешь? Сделаю. Прям все утыкать надо тут. Что надо, хозяин? Угу. Так. Хорошо. Вождь. Давай смотрим.
Блин, времени мало, надо идти. Дело сделано. Наконец-то. Ой. Дело сделано. Ну, кстати, по поводу... Дело сделано. Дело сделано. По поводу вот этого всего, точно. Че надо, что у меня там? Все вроде сделано. Дело сделано. Трон есть? Трон есть. Ну и все, вот. С удовольствием. Да. Хорошо. Чего хочешь? Сделаю. Да. Дело сделано. С удовольствием. Приносил. Хозяин. На наш город. Хорошо. Вождь, сделаю. Наконец-то. Да. На. Исследование завершено. Дело сделано. Вождь. Вперед. Дело сделано. Вождь. Дело сделано. Дело сделано. Вот так. Что-то, а где у меня целители-то, да? Вождь. Я духов целителей заказывал, где вы? Непонятно. Ну ладно. Чего хочешь? С удовольствием. Че надо, хозяин? Сделаю. Чего хочешь? С удовольствием. Кого убить? Сделаю. Следование завершено. Давай. Что тут можно взять? Сын будет отмщен. Маны. Камень. Кого убить? Да. Вот так. Кого убить? Зул-Джин будет отмщен. Вождь. На. Кого убить? Давай. Еще я оглушил же, падла. Дело сделано. Вождь. Дело сделано. Дело сделано. Такс. Расхреначивайте тут все. Так-то все это делается аккуратно. Просто я иду варварским методом. Так как времени нету ни хренашенько. Вождь. Ой, подожди. Наконец-то. Да подожди ты, иди сюда. Так, свиток защиты что ли взять? А, кого нет, смотрите-ка, убить? Вот у меня. Только они никому не относятся. Вождь. Зул-Джин будет отмщен. Куда пойдем? Говори, вождь. Кого убить? Вот так вот. Вождь. Чего желаете? На наш город напали. Зул-Джин будет отмечен. Правильное решение. Кого убить?
я слышал зов. Немедленно. Нормально. Куда пойдем? Так. А идите-ка вы вот сюда. Сделаю. Чего желаете? Вам нужна моя помощь? Все. Да. Наконец-то. Что прикажете? Все, что пожелаете. Кого убить? Куда пойдем? Так. Зул'джин будет отмщен. С деньгами. Кого убить? Ой-ой-ой. Что прикажете? Ваш. Кого убить? Правильное. Некуда класть. Становится невосприимчивым к магии. Сделаю. Да. Что прикажете? Вождь. Чего? Нас атакуют. Что прикажете? Кого убить? Вождь. Тестинго. Целебное зелье. Чего? Кого убить? Кого убить? Вождь. Куда пойдем? Зул'джин будет. Кого убить? Что прикажете? Идем. Вождь. Чего? Вот так. Кого убить? Давай. Вождь. Кого убить? Что прикажете? Зул'джин. Правильное решение. Тестинго. Куда пойдем? Вождь. Давайте. Подлечитесь. Кого убить? Сделаю. Наконец-то. Сделаю. И мне жить. Кого убить? Вождь. Чего? Сам виноват. На. Я слышал зов. Куда пойдем? Кого убить? Кого убить? Что прикажете? Куда пойдем? Кого убить? Кого убить? Эти-то сюда пойдут. Вождь. Правильное решение. Что прикажете? Так и сделаю. На наш город напали. Не думаю, не беда. Немедленно. Чего? Кого убить? Все, что пожелаете. Вождь? Вот он. Господи, что-то я быстро дошел так. Я говорил. Вонючие орки. Мы служим огненным повелителям и охраняем этот источник. Мы недостойны испить его черных вод. Плевал я, как и кому вы служите. Прочь с дороги! Блин.
некуда класть. А, это вот так вот, он не одноразовый. Источник излучает огромную силу. Я думал, одноразовый. Я чувствую в ней зловоние. Это проклятие демонов. Я уже проклят. Если для победы над Кинариусом мне нужно выпить этой воды, я ее выпью. Нет, это перечеркнет все, чему учил нас вождь. Нельзя допускать, чтобы безумие и ярости вновь захлестнуло нас. Нет, воин, мы должны слиться с ним, как никогда раньше. Мы должны переполниться разрушением, как и было предначертано. Так, ну первоначально-то, как я понимаю, надо было ставить пушки. В себе силу. Пушки ко ставить, мне, и надо было... Воины, отпейте из темного источника. Сразу что-нибудь по летучим тварям, чтобы било. Все. Делай 2-3 катапульты. Сделаю. Кольцо защиты. Куда пойдем? Че, вы должны пить, нет? Или только я? Вождь. Кого жить? Наконец-то. Так, а что за задание-то? Перебейте сатиров, охраняющие озеро, выполнено, выполнено. Ну, что-то я не понимаю, кого, конечно. Чего? Давай. Вождь! Эти твари изрядно нас потрепали, а их полубог до сих пор прячется в лесу. Как же мы справимся с ним? Ты дурак, ты еще и трус! Непобедимых не бывает. Хочешь остаться в живых? Тогда этот Кинариус должен сдохнуть! Правильное решение. Немедленно. Тестинго. Так. Немедленно. Ну ладно. Кого убить? Что прикажете? Вождь. Или я куда-то сюда должен был идти? Подожди, так тут тоже не пройти бы мне было. Блин, вон они. Куда пойдем? Нас атакуют. Чего? Вот эту сначала убей. Она для пушек опасна. Чего желаете? Правильное решение. Кого убить? Так, нет, все-таки надо идти, да? Кого убить? Куда пойдем? Все, забываем о них. Что прикажете? Куда пойдем? Так и сделаю.
Чем могу служить? Зул'джин будет отмщен. Еще разок. Так, ну все, эти сами дойдут своим ходом. У меня всех этих рабочих перебили, да? Угу. А почему у меня не обозначено, что ты свободный? Сделаю. Не понимаю. Хорошо. Ладно. Ну-ка, вот. Сделаю. Чего хочешь? И ты вот здесь вот. Хорошо. Сделай. А кого-то видел? Вам нужна моя помощь? Чем могу служить? Ай-яй-яй, давай. Что прикажете? Кого убить? Да. Сделаю. Так, ну что ж. Чего? Давайте, пойдемте сюда. Что прикажете? Дело сделано. Дело сделано. Чего желаете? Давай-ка. Немедленно. Присоединяйтесь к нам. Зул'джин будет отмщен. Конечно, правильно. Чем могу служить? Тестинго. Немедленно. Я слышал зов. Итак. Кого убить? Наконец-то! Зул'джин будет отмщен. Сделаю. Да. Чего? Вождь? Кого убить? Чего желаете? Кого убить? Я слышал зов. На. Чего желаете? Давайте. Вождь? Куда пойдем? Сдинго. Сам виноват. Валите, Химер. Сдинго. Кого убить? Вот так. Хреначьте. Чем могу служить? Что прикажете? Все сюда. Кто там нас атакует? Господи, я-то думал, оно-то оказалось. Здесь пока ничего страшного нету. Мой город автономный, может сам за себя постоять. Демоны поработали на славу. Вы теперь столь же безумны и кровожадны, как и они. Мы орки! И мы свободны! Это вы сами так решили? Что бы вы про себя не думали, ваши души ничуть не лучше той зловонной желчи, которая течет по вашим жилам. Катись ты к дьяволу! На! Куда пойдем? Чего? Я слышал зов. Правильный. Давай. Чего желаете? Получай. Ой. Проклятые отродья демонов. Вас всех ждет смерть. Давай. Хм.
Я слышал зов. Только я, по-моему, не смогу его победить-то. Чего желаете? Достигло. Вам нужна моя помощь. Чего желаете? Давай. Да. Бей, бей его. Сделаю. За боевых топоров. На. Кого убить? Он что, пока на бессмертие, да, подписываться? Я сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. Это становится невидимым, начинает двигаться, где-то наносит 40. На. Блин, так-то он меня убьет. Да. Наконец-то. Наш герой мертв. Ну, значит, мы... Снова здорово. Чем могу служить? Правильное решение. Немедленно. Тик-тик-тик-тик-тик. Моя жизнь принадлежит Орде. Угу. С удовольствием. Чего хочешь? Да-да, да. С удовольствием. Моя жизнь принадлежит Орде. Я слышал зов. Ерундой позанимаемся. Жизнь принадлежит Орде. Хозяин, на наш город напали. Ох ты, господи. Нет, вот Ури. Сюда. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Табу. Орде. Сквобу. Блин, не помню даже, как его гасить-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот у меня кто-то... Дело сделано. Вот. Дело сделано. Да. Угу. Моя жизнь принадлежит Орде. Сделаю. Моя жизнь да. принадлежит Орде. С удовольствием. Угу. Хорошо. Знахаря вызывали. Кого убить? Сделаю. Давай. Да. Конечно, сделаешь. Моя да. жизнь принадлежит Орде. С удовольствием. Моя жизнь принадлежит Орде. А где можно? Вот здесь можно. Строй. Знахаря вызывали? Вождь. Сделаю. Чего прикажешь? Дабу. Моя жизнь принадлежит Орде. Кого убить? Давай. Дело сделано. И мне жизнь. Дело сделано. Дело сделано. Хозяин. Давай, давай, гаси, гаси всех их нахрен. Вот. Да. Чем могу служить? Правильное решение. Кого убить? Давай, разносим базу эту. Да, дело сделано. Достигло. Немедленно.
Давай, пока вроде неплохо. Вам нужна моя помощь. Ай-яй-яй-яй-яй. Принадлежит, принадлежит. Чего прикажешь? Хозяин? Локтарогар. Ну что вы там орете? И мне жить. И... Трусливый глупец. Ну-ка. И мне жить! Вам не одолеть меня! Я сердце этой земли! Наконец-то! Тихо! Достигло! На! Не одолеть тебя. Одолеть! Просто чуть больше времени уйдет. Полубог повержен. Боевые топоры победили! Давайте, хреначьте сюда. Основное задание выполнено. Да, надо было кровавыми этими орками долбить-то вот его. Мы и встретились вновь, Гром. Монорох! Быть того не может! Я пришел, чтобы забрать тебя и твою братью. Вы не оправдали наших ожиданий в прошлом, и теперь вам придется послужить Пылающему Легиону еще раз. Нет! Мы свободны! Жалкое дурачье! Я ярость! Клокочущая в вашей крови. Я ненависть, объявшая ваши мысли. Я один даю вам право принести хаос в этот мир. И клянусь бесконечной пустотой, вы сделаете это. Ну что ж, на этом все. Блин, да? Не без этого, конечно, пришлось, но... Ой-ой-ой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, блин, я помню, когда вот первые разы проходил вообще. Это, блин, так муторно было. Тут защищаешь, там нападаешь. Это, блин, столько времени. Пока.